Спасибо, спасибо. Добрый вечер, здравствуйте. Вот на такой цыганской волне мы начинаем наш концерт, на цыганской, потому что пьеса, которая сейчас прозвучала, называется «Gypsy Blue». Это можно перевести как «цыганская грусть». Я хочу представить вам моего коллегу. Это Виталий Хитушко. Он лауреат очень многих конкурсов, очень сильный музыкант. Мы с ним постоянно работаем. Я его еле уговорил сыграть хотя бы одну пьесу, потому что я ему уже надоел хуже горькой редьки. Ну вот сейчас он отбыл свое дружеское наказание, я его отпускаю и приглашаю на сцену других музыкантов. У нас есть тут много перкуссионистов. Это Сергей и Кирилл Махаевы. Мы приглашаем их. Как вы догадались, они родственники. Можно подумать, что братья, но на самом деле Сергей так просто хорошо выглядит. Это отец и сын. И вслед за ними Юрий Подкользин, бас, контрабас и различные басовые еще инструменты. И Михаил Баланов. Это музыканты, которые в Ростове очень хорошо известны, несмотря на свою молодость. Они уже тоже лауреаты многих конкурсов. И за счастье поиграть с такими хорошими музыкантами. Сейчас мы занимаем свои места. О, и сердце нашей команды. Чуть не забыл. Александр Баженко, прошу любить и жаловать. Так много ударных инструментов уже на сцене, что самое главное мы уже чуть не потеряли. Следующую песню, которая сейчас прозвучит, я написал специально к этому концерту. Я ее задумывал как лирическое произведение, называется «Приходи скорей». Но в результате репетиции она претерпела некоторые изменения, и теперь ее жанровая направленность вызывает некоторые вопросы, на которые ответить должны уже вы. Итак, «Приходи скорей». Thank you.
Спасибо. Ну и, собственно, из-за чего был весь сервор, почему лирическая песня, почему приходи скорей? Потому что сейчас я хочу пригласить на сцену свою любимую жену Анжелику. Она еще по совместительству певица. Выходите. Она нам споет две песни. Первую написал Федерик Лоуви, называется «Almost Like Being in Love». И сразу объявлю вторую, называется «The Way You Look Tonight». Написал ее известный композитор Джером Керн. Она даже была в каком-то таком длительном сериале, ситкоме, достаточно известна. Ну, сейчас мы пытаемся вам это все сыграть. Why it's almost
Спасибо. Just the way you look.
charm. Won't you please arrange it? 'Cause I love you just the way you look tonight. Ну, вы, наверное, обратили внимание, что сейчас я буду тонко шутить. У нас, помимо музыкантов, я пригласил трех барабанщиков. Это была шутка такая. Поэтому репертуар у нас построен очень в большой степени на латино-ритмах. И сейчас будет сходное произведение, автора которого я очень люблю и уважаю. Это Карлос Сантана. Называется «Флор де Луна». Thank you.
Ну что же, и сейчас наступает вторая кульминация в нашей программе. Я приглашаю на эту сцену замечательного человека, бенд-лидера многих ростовских оркестров. Итак, Анатолий Керничный, я думаю, вы его знаете, саксофон. Прошу любить и жаловать. Не буду перечислять его многочисленные регалии, их очень много. Ну и мы сразу с места в карьер сыграем вам непростую в исполнении пьесу. Очень непростую, да. Ее автор Чарли Паркер, он знаменит тем, что умел не только красиво играть, но и быстро. Так что готовьтесь. Thank you.
Анатолий Горничный и наш ансамбль Сергей Кирилл Махаевы, Александр Баженко, Юрий Подкользин, Михаил Баланов. Сейчас тоже прозвучит лирическое произведение, но немножко с другой стороны. Называется «Далила». У меня эта пьеса вызывает ассоциации с той Далилой, которая сблизилась с Самсоном и в итоге отрезала ему волосы, после чего он потерял свою силу. Такая восточная, в общем, любовь. Thank you.
Спасибо. Ну, вернемся к светлой музыке. И опять мы приглашаем на сцену Анжелику Берникову, а также Анатолия Керничного. И прозвучит достаточно светлая джазовая музыка. Называется «Too Close for Comfort». Композитор Джерри Бок. Это свинг, привычная нам музыка и приятная, надеюсь. Smart. He's so close for comfort, behave my heart. He's so close for comfort, be wise, be smart, behave my heart. Don't upset that cart when he's so close. Be soft, be sweet, but be discreet. Don't go off your beat. He's so close for comfort. Too close for comfort. Please, not again. Too close to know just when to say when. Be sure, be fair, be sure. On your guard, take care while there's such temptation. Now one thing leads to another. Too late to run for cover. He's much so close for comfort now. Too close for comfort now.
Сейчас будет небольшой творческий эксперимент. Мы сыграем пьесу, песню из области популярной музыки. Выяснилось, что еще ее играть сложнее, чем джаз. Ну вот, сейчас будем пробовать. У пьесы три композитора, всех я затрудняюсь назвать, но мы ее знаем по исполнению Эрика Клэптона. We
Анжелика Берникова. И вновь мы меняем свой профиль с другой стороны. Прозвучит произведение Майкла Брейкера, называется «Nothing Personal». Thank you.
Однако еще одну пьеску мы сыграем. Или две. Thank you.
Спасибо. Спасибо. Спасибо, уважаемые друзья, во-первых, что вы пришли и выслушали до конца. Мы очень рады, что у нас столько друзей, которые в такую неудачную погоду все-таки пришли послушать нашу музыку. Еще раз спасибо. До свидания, до новых встреч. И я хочу перечислить еще раз наших музыкантов. Михаил Баланов. Юрий Подкользин. Александр Боженко, Махаевы Сергей и Кирилл, Анатолий Герничный и Анжелика Бердникова, если она еще не ушла домой. Ну, видимо, ушла.